Завтра в Тирасполе торжественно откроют 23-й детский сад. Рябинушка была на капремонте. Об этом говорили сегодня на совещании у президента. Сейчас сад посещают 53 ребенка, а всего их около 200. После ремонта все вернутся в новые группы. Заканчивают и первый этап работ на стадионе, который расположен у столичной 18-й школы. В Григориополе делают дорогу на картодроме, а в Рыбнице завершили ремонт в спорткомплексе «Юбилейный».